холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли и скалы. Одно дело зверь из мяса. Другое – машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой, куда хочешь.
Приветствую вас, друзья, на своем канале Energames. Вот, наконец-таки, настало и мое время поиграть в данную игрушку Horizon Zero Dawn. Игра в жанре Action RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией. Так, ну и специально для Sony Entertainment, для игровой консоли Sony PlayStation 4 в 2017 году. 1 марта, по-моему, да? В США, конечно, 28, по-моему, марта, если мне не изменяет память, 2017 года, да. А в Европе с 1 марта. Так что 28 февраля по меркам США будет год ровно этой игрушечки. Ну и 1 марта мы будем в Европе, у себя в Европе, мать ее так, отмечать годовщину данной игры. Так, ладненько, хватит многословить, давайте-ка мы начнем новую игру. Уровень сложности. Но играя, я имею консоль PlayStation 4 уже второй месяц, да, два месяца, ну, с небольшим там. Вот, поиграл в данную игрушечку я только до инициации дошел, ну, самой инициации не зашел, просто мы уже подготовочку прошел, и надо было Элой провести просто инициацию. И все. И все. Так, уровень будет нормальный. Нормальный. Так что опыт-то небольшой, как я вам уже и рассказал. А со временем можно будет опыт этот повысить. Так, ладненько, все. Спустя 6 лет. Элой! Как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Похоже, это и есть пещера. Ну что ж, события игры разворачиваются в далеком будущем, где из-за роботов человечество потеряло контроль над землей, да. И мы живем в таком первобытном обществе, да, уже племена. Человечество опять начало жить в первобытном мире. В первобытных условиях. Так, подарок из прошлого. Войдите в пещеру. Графика просто потрясная. Я просто мурашками покрываюсь от данной графики. Ну и, конечно, от сюжета. От сюжета игры. Первая часть, да, первую часть я запишу, братцы. Но в дальнейшем я планирую проводить стримы в реальном времени. Узковато. Но вроде можно пролезть. Да, сейчас пролезем. Вот. Присоединяйтесь, конечно, к прохождению, и я намерен от начала до конца пройти данную игрушечку. Так, что такое? Что, блядь, мы никак не взберемся. Ну-ка. А,
Все, мы уже уперлись просто. Сталагниты, сталактиты. Так, нажмите так, чтобы присесть. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Это все, что осталось от цивилизации Древнего мира. Человечество наконец-таки само себя угробило. Цивилизация само себя уничтожила. Саму себя. Так, давайте войдем в данный проход. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Не разрешает. Надо искать отсюда выход. Ну, похоже, волей судьбы мы сюда попали, подскользнулись и упали. Благо, голову не повредили. Так, выход. Сейчас найдем мы тут выход. Мясо бегает. О, это был компьютер стримера. Стол стримера. Ну вот, два монитора. Отлично, здесь классно вести стримы. Было, наверное, чашечку кофе попивая. Вот и я похвалился своей комнатой. Комнатой стримера. Как многие сейчас популярны хвалиться. За 300 тысяч, за 400 тысяч. А моя такая вот, ну, примерно так же и выглядит комната стримера. В таком же хаосе находится. Блин, ничего подобрать нельзя. Я до этого просто все тщательно не осматривал. Я просто шел вперед, ничего не... Тут нигде не лазя. Тут, наверное, ничего нельзя собрать, подобрать. Ладно, пошлите. По сюжету пока. Оп, что такое, что такое, что такое? Уже подзабыл. Ага, немножечко... Немножечко сиканул. Ничего, Лой, держись, сейчас мы выберемся. Сейчас я себе в руки возьму. Что-то виднеется. Давай посмотрим, что там виднеется. Что это? Мертвец. Мертвец. Хорошего мертвеца подсветка. Оп. Вон там что-то блестит. Угу. Давай-ка посмотрим. Это же медиатор для гитары, электрогитары. Ну-ка, вруби-ка рок-н-ролл в этой дыре. Огоньки. Огоньки. Они везде. Как оно работает? Так, чтобы переключить визор, и чтобы включить и выключить, да, его. Так, ну, нам стали показывать старые системы, да? Фантомы от компьютеров. Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход? С помощью визора нам сейчас надо будет открыть эту дверь. Так, дверь бункера.
Взрывозащитная дверь, очень высокая прочность, герметичность не нарушена. То бишь, хорошо сохранилась. Похоже, made in USSR. В Советском Союзе произведена. Фигура. Она как-то связана с дверью. Так, хранилище данных. Защищенный порт с голографическим дисплеем содержит информацию о настройках, необходимых для отпирания ближайших глазамков. Так, глазамок. Электромагнитный защитный механизм со стандартным голографическим интерфейсом. Интерфейс недоступен. Так, вот эта вот вся система и подпитывает нашу дверь, которая произведена в СССР. Так, ну ладненько, давайте обойдем туда и попробуем открыть этот замок. Замок двери. Так, 20 шагов нам отмеряют. 11:10, мы уже в цели, отличненько. Подсказочка у нас стоит вот здесь вот, как должен стоять ключ. Хранилище данных, защищенный порт с голографическим дисплеем, содержит информацию о настройках, необходимых для отпирания ближайших головозамков. А вот в этом положении нам надо и переключить головозамочек, который даст питание на дверь. Так, окейшки. Против часовой, да можно и повернуть по часовой, давай против, и можно и по часовой, пофигу. Вот в нижнем положении, вот так вот. Цвет поменялся. Вернитесь к двери, побежали, Лой. Потопали, потопали, потопали. Давай выбираться из этой пещеры. Самое главное, визор мы уже взяли. Этот визор нам будет помогать еще много-много лет. Дверь тоже поменяла цвет. Открыть дверь. Получилось. Ну и славненько. Потопали дальше. Так, хотя вон что-то лежит у нас, смотрите-ка. Какая-то штучка у нас тут все-таки есть. А что это за комната у нас такая? Что-то я не припомню эту комнату. Получится туда попасть? Наверное, нет. Так, тихо, не упади. Что-то мы отдалились от той потайной комнаты. Но отсюда пока прохода не было. Здесь мы точно тоже не пройдем. Что это? Просканируйте устройство. У него тоже такая штука, как и я нашла. Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем! Покажи! Покажи еще раз! Не мог сделать! Он у тебя за спиной! Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Голографический скайп. Так, сладненько. Найдите выход, это понятно. Мне бы еще потайную комнату найти. Что мы еще тут можем просканировать? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Где ты, мой друг? Так, ничего тут интересненького нету. Такс, 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 такс,
Такс. Тут тоже мы ничего интересненького и не видим. Ну, остается сюда только идти. Протиснуться сквозь проем. Так. 3-4. Вот сюда вот. Давайте вот тут вот посмотрим, что у нас тут. Куда это у нас тут вход ведет? Угу. Что-то на столе лежит. Это какая-то информация, наверное, всего. Скорее всего, запись, Коннор. Час на аудиозапись. Записан 1 января 2066 года. Повреждение данных частичное. Так, а как нам ее воспроизвести-то? Ага, вот. С Новым годом, дорогой дневник. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлор опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Угу. Нафиг ты эту хрень все записываешь? Лучше бы какие-нибудь полезные данные бы записал. Так, что у нас тут? По-моему, это он и есть. В ожидании очередного поцелуя. Так и застыл. Так, еще один чел с аудиозаписью. Полная остановка. Как они выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты. Как будто жизнь это боль. Понятно. Которую нужно унять. Нет уж. Я не хочу молчать. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояло не многоточие, а точка. Нет, восклицательный знак. Так что, если я вас расстрою, ну извините. Я больше никому ничего не должен. О, ты застрелился. Ну как-то поздновато ты, блин, никому ничего не должен. Тебе надо было дотерпеть до конца света, конечно, блядь. Ептать. Раньше ты не мог уволиться отсюда и жить. Хотя, переменить историю. Никому ничего не должен. Значит, все остальные просто приняли препарат, чтобы уйти из жизни. Так, увы, проход в комнату нет. Ну, может быть, мы сейчас и по сюжету выйдем туда. Что-то я уже не припомню, чтобы мы что-то тут брали еще. Давай, ладненько, посмотрим. Найти выход. Так, вот еще одна запись. Ну обалдеть вообще. Делать записи для потомков? Отличная мысль, директор Эванс. Как будто я мало постарался для потомков. Угу. Как будто это не ради потомков. Я оказался в таком положении. Хватит. Достали меня эти потомки. Пошли они. Да. Для потомков а оставили. Почему они умерли? Что случилось? У меня жопа какая-то случилась. Как всегда. Так, давай посмотрим. Нет, сюда рановато. Мы еще там не посмотрели. Тут еще что-то можем прослушать. Вот у нас тут что-то лежит. Тут. Земля просто в сне. И солнце померли навек. Но он, кто живет под землей, Да,
Четвертая запись из 63. Это все 63 здесь. Ну, навряд ли. Будут еще, наверное, какие-нибудь бункеры впереди. Так, вот еще одна запись. И может мне этого достаточно? В тот момент, когда открылась дверь, и я увидела тебя в этом старомодном платье, и ты так улыбалась. Мне пришлось отвести взгляд, иначе ты увидел в моих глазах чувство, которое во мне пробудилось. В тот момент я поняла, что мы будем вместе всегда. Так. Опять лесбийская любовь. Так, еще одна запись. Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то. Ладно. Ребятки, давайте еще раз. Радуйся, Мария, благодати полная. Да. Раст. Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Я иду. Блин, я так, иду. Так мы комнату и не нашли. Что-то, может, пропустили. Ладно. К Расту. Элой! Элой! Слышь? Хвала великой матери. Скорее, хватайся. Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны? Нет! Ладно. Раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Интересно, кто же такой Раст? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Окей. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Угу. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди и собери с него ягоды. Так, бальзамник. Хорошо. Лекарственный бальзамник давай, собрать. Давай, собери ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Ну что ж, давайте съедим. Пополним здоровье. Здоровье пополнилось. Да, они горькие.
зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина — часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Природа супер. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Элой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Тихо! Не высовывайся! Мыши. Нет, Элой. Такие машины зовутся рыскарь. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри! Пускай пройдет! Теперь иди за мной вон туда, в заросли. И не шуми. Там еще один. А я тебе что говорю? Так, теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Так, понятно. Пригнуться и красный. Подожди. Подожду. Это был последний. Идем. Я рыскарь. Че ты куда-то на меня-то прешь, ептать? Обойти не можешь, что ли? Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. А, индикатор скрытности или показывает? Не видит. Это все ясно, это все понятно. Еще со Скайрима. Вернее, с Обливиона. Почему он там? Он улыбается. Тэп, куда тебя понесло? Тэп, ты где? Тэп, отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Так не упади, Элой. Вон, видишь? Эти называются бегуны. Угу. О, лекарственный бальзамник. А, брысь! Че, можно было так? Чтобы показать тебе, некоторые машины убегают, едва тебя завидев. К таким надо подкрадываться. Угу. Не волнуйся, мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Элой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Так, ну что ж, взять камень. Да, молодец. Еще возьмем. Годится. И еще возьмем. Три камня у нас.
Так, вот, по-моему, еще один камень, да? Берем. А, травушка-муравушка. Лекарственный дикий уголек собрать. Он же лекарственный все равно. Значит, поможет нам и лечиться. Так, камень берем. Берем. 6 камней уже у нас. Так, это что у нас за растение? Лекарственный бальзамник. Возьмем тоже. Так. Что у нас тут? Камень. Ну, спасибо, я камни тут вообще-то собираю и лекарственные травки. Дурака валять. Бегу. Раз. Хватит дурака валять. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь, заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошить? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Окей. Так, удерживайте, чтобы прицелиться. Сюда вот надо целиться, да? Да. Элой, брось ко мне камень. Бросаю. Молодец, Раст. Вот так. Теперь путь свободен. Хорошо. Бежим к Расту. О, деревца хорошие. Из них можно делать стрелы. Древесник. Раз, два. Так, три. Забери из него детали для стрел. Из стебля выйдет древко. Из металлических деталей наконечник. Угу. Так, удерживаем L1. Произвести у нас хватает компоненты. Так, 10-20 стрел. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Так, подожди, травка. Травка-муравка. Лечебный. Возьмем. Ух ты. Элой, тебя услышали. Постарайся не шуметь. Ой, даже так бывает. Ничего себе, хорошо, а постараюсь. А этим есть применение. Пошли. А, все заново, ты смотри. Но я эту травку все равно собрал. Услышал у меня. Ну ты, блин. Так, сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? Так, а еще что? Сейчас мы просканируем. Так, бегун туловище. Угу. Уязвимое место. Пометить цель R2. Емкость на спине. Подсветилось. Это подсветилось. Так, нажмите, чтобы. Так, туловище. У нас бегун. Программа ПСИ. Эти странные машины пускаются в бегство при первом же признаке опасности, поэтому их нужно устранять либо бесшумно, либо очень быстро. Его пока нельзя седлать. Ага. В дальнейшем можно бегунов использовать как ездовых животных.
Так, емкость с огнежогом, огнежог. Так, это уже у нас пошли трофеи. Так, прочная оболочка, защищающая синтетические мышцы и важные системы. Уязвимость нет, сопротивляемости нету, пока что-то не показывает. Да, как ты догадалась? Мне эта штука подсказала. Это игрушка? Хватит дурачиться. Убей этого бегуна. Целься в глаз или в емкость на спине. И будь готова отпрыгнуть, если он на тебя бросится. Хорошо. Ну, давай сначала в глаз. Так, а потом в емкость на спине. Так, тихо. Опа! Еще раз! И еще раз, блин, емкость на спине уже не получается. Давай вот так вот сначала, тогда в глаза бить. Или емкость на спине, точно-точно. Целься в глаз! Все. Что такое? Стреляй! Попало! Еще раз! Просто я не пойму, что произошло, блин. Я не пойму, что произошло, раз. Ёшкин кот. Как-то, по-моему, бегун упал, да потом встал, и я его сбил немножечко. Металлические осколки, огнежок. Искровой... Разрядник, ресурс. Сегодня ты 30. Справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Да, что-то херовато. Хорошо. Снимем травку. Что это такое? Тот мальчик. Кто-то кричал. С тропы испытаний. А как ты узнала? Идем быстрее. Побежали. Да, навыки надо, конечно, улучшать. Охоты на бегунов и рыскарей. Ну ладно, поиграем. Пообучаемся, потренируемся. Опыт поднабираем. Поднаберем. Блин, раз, нифига ты вчесал, да подожди ты. У меня же маленькие ножки. Сковала с хрена. Пипец, так можно и позвоночник сломать. Ага. Тихо, не кричи. Так, это бегуны. Его не спасти. Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают. Так бегуны убегают, ты чё, раз... Если я выстрелю, стадо охватит паника и его затопчут. Вон чё. А вот рыскари пошли, понял? Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Ну что ты будешь делать? Раст. Давай, получится. Так, чтобы активировать визор, нажмите, это мы уже знаем. Значит, рыскарь. Сканировать, смотри, местность, гаденыш. Так, отобразить его путь, R1. Теперь мы видим, куда он пойдет. Да? Все, пошли быстрее, 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 пока он там сканирует. Ага. Отлично. Древесник соберем. Так, теперь там следующий кто? Тихо. Так, давай тупо отсюда. Так.
Учебный игрок. Так, древесник. Тихо, крепко. Можно посмотреть, как они пойдут. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Так. Тихо. Собираем древесник. Ну, вот мы уже дошли. По-моему, он идет, блин, давай быстрее. Как ты прошла? Пошли. Быстрее, он рядом. Откуда ты про них знаешь? Где ты? Давай. Потом пообщаемся. Как ты это делаешь? Сам в шоке. Сейчас у нас тут будет погибать. Ага. Пошли. Как это возможно? Да давай быстрее, чеши-то, блин. Фух, не заметили тебя. Какой ты, блин, малоподвижный. Какой-то медленный, блин. Тихо. Учись, сынок. Раз в шоке. Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. Она безродная. Идем. Сердце матери. Сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Ах ты маленький щенок. Красава. Так, спикерский означает момент выбора эмоций. Только вы решаете, как именно Элой должна проявить себя. Выберите это по ходу гнев, и Элой пойдет напрямую к конфронтации. Выберите ум, и Элой задумается, нельзя ли найти иной способ. Ёб твою дивизию, не успел я прочитать. Извиняюсь за ёб твою. Так, прицелиться в голову, жестко. Выбросить камень, вышибить камень у него из руки. Вот так вот. Лучше вышивем камень из руки этого мерзавца. Это не гудник. Плохо тебя мамка учила. Раз ты таким засранцем растешь, учит.
У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! Это было сильно. Сидел весь в мурашках. Надо стряхивать их. Так, раз, раз. Типа, наверное, пора завершать первую серию прохождения Horizon Zero Dawn. Раст! Элой у нас подросла. Где он? Два дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказал? Это на него не похоже. А, мы достигли третьего уровня, и давайте мы сохранимся, потом мы уже... Так, значки. Броню машины, использование R1. Так, вы можете повалить наземную машину небольшого размера, зажав R2. Хрясть, вот так вот зажав. Это вот так вот мы можем по машинке ударить. Так, сохранение вручную мы сделаем.
Вот так вот мы сохраним данную игрушечку. И, друзья, на этом все. Не знаю, давайте следующую серию мы уже проведем тогда в стриме. Я постараюсь устроить стрим. Постараюсь заранее оповестить вас об этом. И буду рад вас всех видеть на стриме. Рад вас буду видеть на стриме в совместном прохождении. Всем удачи, до скорой встречи. Пока-пока.